Добрый вечер, друзья. Рад вас видеть снова на своем YouTube-канале. Сегодня я подвожу итоги очередного конкурса, недельного конкурса. И хочу отметить, что уже следующий конкурс будет в конце месяца. Будем проводить не еженедельно, а ежемесячно. Ну, чтобы было побольше комментов. Писали. Определим. Сейчас я назову имя победителя. И книжку, которую подарю этому победителю. Но сначала налью себе сок. У меня новая кружка. Вернее, она старая, но я ее давно не использовал. Ну, а вот книжка, друзья. Итак, победителем на этой неделе, я посчитал, сегодня сидел, считал, вчера не смог, стала подписчица Нармина Алиева. Поздравляю вас с победой на этом конкурсе. Я вручу вам вот эту книгу, произведение азербайджанских композиторов Рамиз Гулиев. Так как человек, который выиграл на этой неделе этот конкурс, это человек творческий, то вот эта книга, кстати, редкая, она была выпущена тиражом всего лишь, по-моему, 500 экземпляров. Я думаю, что победительница будет рада этой книжке. Поздравляю вас. Продолжайте участвовать. И надеюсь, что вновь буду читать ваши комменты и вновь увидим вас победителем. И всех остальных друзей своих и подписчиков тоже призываю. Пишите комменты, друзья, даже если смайлик или просто одно слово. Это я тоже засчитываю. Спасибо, что смотрите, спасибо, что пишете, спасибо, что участвуете в этом конкурсе тоже. Еще раз поздравляю, я напишу эту книжку тоже. В прошлый раз я забыл написать Равшану Ибрагимову. Но в следующий раз, если он выиграет, я обязательно напишу первую книгу тоже. И просто небольшой вот АСМР, будем кушать чипсы и пить сок. Вкуснотища.
Ну все, друзья, еще раз поздравляю победителя Нармина Алиева. Желаю всем здоровья и удачи. Пишите, смотрите и выигрывайте. Bye, guys.